И вы на канале Картина Маслом, а я художник Свина Роксана. Сегодня хочу показать новые картины. Как оказалось, много картин, которые я на видео не снимала. И сейчас сначала покажу картины с подсолнухами. Подсолнухи такая тема очень хорошая, очень нравится людям, как россиянам, так и зарубежным иностранцам. Такая картина на холсте, размерами 40 на 50. Эту картину я писала с фотографии, которую я сделала в своей деревне в городе Ижевске, деревне Александрова. Ну, как деревня сейчас, это уже черта города, но там частный дом. Мама, тетки, там много родственников приходят, садят овощи, фрукты, ягоды и подсолнухи. Подсолнухи садят больше как на развлечение какое-то, потому что, ну, потом вот эти вот семечки, там сколько-то и покушают, сколько-то уже там птичкам. Вот. Ну, а так больше для красоты, наверное. Они вот, ну, когда... И когда начинают цвести красиво, и когда они становятся либо большие, с черными семечками красивые. В общем, я напоминаю, как люди такие стоят и голову так в разную сторону, в сторону солнышка поворачивают. Сейчас поближе покажу. Картина натянута, написана на холсте, натянута на подрамнике. Густыми мазками написано. Очень живописная работа. Которую так и хочется потрогать. Еще у меня есть картина такого же размера, 40 на 50, также на холсте, выполнена акриловыми красками. А здесь я больше даже руками просто разливала акрил. Акрил есть и в банках, есть в тюбиках. В тюбиках вот удобно его, если он такой достаточно жидковат, его выдавливаешь и получается. Можно даже без кисти, без мастихина писать картину. Ну, вот это более абстрактная, конечно, картина. Первая картина более реалистичная. Но зато здесь такой хаос, экспрессия, живая работа. То есть как вот эта краска потекла, так и родились лепестки, семечки и сами цветки. Где-то цветки угадываются, где-то явно выражены, где-то я дорисовала потом. Также получилась картина объемная, так как акрилом я тоже густо работала. То есть, где вот эти потеки, как они остались, так и высохли толстые капли. Например, так оно и осталось. Тоже хочется потрогать такую работу. Thank you.
Еще работа. Еще у меня с подсолнухами вот большая работа, которую я ну, тоже сейчас подниму, покажу тогда. А вот у меня не с подсолнухами, но тоже цветовой гамме на оргалите 30 на 40 масляными красками написано. Это поле с колосьями, с пшеницей. Или с рожью, ну, какое-то зерно растет, дорога, закат. Очень люблю закаты. И когда еще идешь на природе, по тропинке, по дороге, и наблюдаешь такую красоту, конечно, это замечательно. И мне очень нравится эта работа, очень-очень. Сейчас, в преддверии Нового года, не помешает капельки лета, которую я вам покажу, показываю. У нас Мурманский полярная ночь, сейчас солнышко практически не выходит из-за горизонта. Ну, какая-то освещенность, такая полумрак есть, и днем очень не хватает солнышка. А я дарю его себе и вам. И сейчас еще раз покажу, наверное, вот эту большую работу. Телефон поднесу. Размерами она 80 на метр. Холст на подрамнике. Масляные краски. И сама я сегодня как солнышко. Сейчас переверну. Так. Как перевернуть? О, что-то я перевернуть-то и не могу. А, ну ладно, так покажу. Тут тоже густыми мазками написано, особенно на переднем плане, много краски масляной. Ну и в следующих видео буду снимать другие новые картины. Пока-пока.